Так, наша команда Дина 2010 года. Очередной тур мы сыграли в Таллине. Так, и бомбардир наш Алексей, пару слов. Леонид, то есть виноват, Леонид, пару слов. Сколько голов забили в последней игре? Ну, больше 3 где-то. 3. Ну, как вы оцениваете игру свою? Нормально. Нормально. Так, наш вратарь, расскажи, спасал сегодня хоть? Да. Ну, ошибочки-то были? Были. Ну, как оценишь свою игру? Нормально. Нормально. Так, капитан сегодня играл в защите, Андрей Зайцев. Ну, гол забили? Нет. Но были моменты? Да. Да, ну, все равно хорошо сыграли. Алексей, распасовщик наш. Ну, что скажете? Что сказать? Ну, как оцениваете свою игру? Из 10 на 4. С 10 на 4? Так плохо? На 5. Так, Антошенька, ну, что ты мне скажешь? Где форма игровая? Дома. Дома. То есть забываешь ты все, да? Как сыграл ты сегодня вообще? Вроде нормально. Вроде нормально, да. Так, Савелий. Ну, гол забили? Да. Как забили, расскажите. Левой ногой даже забили? Ну, ничего себе, вы молодец. Антоха тоже сегодня молодец. Сколько в последней игре забили? Два, по-моему. Два, да. Ну, я забил девяточку. Сыграли, да. Неплохо, молодец. Ну, Эва, наш вратарь, тоже сегодня спасал нормально. Эван, поиграли в воротах, нападение. Где лучше нравится? Нападение лучше нравится? Так, ну все. Молодцы, спасибо.